от пола не отрывает. Стоим. Иди. Ты спас? Еще и в разных городах. Они вот здесь, короче, они вот здесь вот бьют свой, два. Иду, Марк. Ну туда идем, Марк. Там есть мечи. Не-не. Матрас постели. И с тобой почувствуйте упор при спине направления. Чуть-чуть с мячом, чуть-чуть чище с мячом все. Да, давай. Центр. Скорее, Луган. Да, готов, пошли, Вань. Минуса, здорово. Хорошо, один. Аккуратно. Ничего. Слева. Поехали. Так ты играй. Голубь, скорее игру. Меня. Удобно в одно. Кто бежит, Тутя? Саня, брат. Да, хорошо было. Можно, а? Ага, лево, гол. Здорово. Да. То, что нужно. Компактный отбор, отбора, лови. Здорово. Отбора нет. Отсюда стараться развивать атаку. Фланга. Первое взаимодействие. Да. Давай, сиди. Хороший, умеешь. Сразу, вон оттуда сначала. Один ко мне. Давай, девять. Хорошо. Все, мы пошли. Оля греет. Вон там. Как раз Константинович пришел, а мы пошли. Ну вы что? Да. Голову на ногах стоит. В честь дня рождения. День рождения. Что, наливает прямо на сцене? А? Наливает прямо на сцене. На камеру говорит. Витамин С. Витамин З. З. Ну, чтобы мотивация была. Вот, на выходы радиус обычный удар с любой точки, откуда хочешь, выходы по три удара рандомно вытягиваем, как именно выходы. Да, мы еще не видели, как ты бьешь. Слушай, поэтому... очень хорошо. Это были счастливые годы, когда ты не видел, как я бью, правда. Я думаю, нет. Когда вы вышли? Ой, хорошо. Давай, что там у меня? Так неинтересно. Да. Качка надо забить. Давай, сложнее, конечно. Ну не важно, да, просто на чтобы я могу обыграть и забить пятку. Да, обыгрываешь как угодно. Ну да. Он до конца играй. Так, третья. Все, ты можешь ударить. Типа у меня самая легкая, да? Да. Просто ну, блин, а я. А я не знаю, кстати, а мы засчитываем это? Защита, да, Вилл? Я не знаю, вы считаете, что я убрал его на замахе? Было или нет? Это надо повторить смотреть. Это подписчики тебе скажут. Мы засчитаем, а там пацаны напишут. Хорошо. Просто история вообще. Я из... Вот откуда? Из деревни человек. Вы же наверняка пересекались когда-то давно. В Уфе, да, мы были. Саня, тебе вопрос опять от наших зрителей. Почему розовые перчатки?
это... Вкусовщина? Нет, это не мой выбор. Не твой выбор? Нет. То есть это... Такая серия идет в коллекции. А, спонсорский список. Конечно. Окей, тогда второй вопрос. Почему всегда в черном? Потому что Лев Иванович был всегда в черном. Да нет, просто нравится. Просто нравится. Но нравится то, что идет сравнение с нашим голкипером легендарным. Я не знал, так что у меня так сравнивают, если честно. И я, если честно говоря, тоже не знал. Вот, так сказать, знающие люди подсказывают. Ну вот смотри, вот представим ситуацию, тебе поступило предложение от Арсенала. Вместо кого бы ты комфортно себя почувствовал? Да я не знаю. Наверное, вместо Сибалиса, наверное, да? Сибалис. Вот тебе так сказали. Мы ехали, сказали, давай, Сибалис остается, ты вот Сибалис. Ну, первая задача – это выход из группы. Скажи про Галактионова, он сказал, он жесткий мотиватор. Мотиватор, профессионал и топ-тренер. Про твои дальнейшие цели, то есть ты сам как футболист вот на этом этапе, что хочешь сам? То есть вот твоя внутренняя, вот, что тебе подсказать, что ты хочешь? Я хочу, чтобы мы вышли из группы. Форму ты еще не видел, не делал? Или уже посмотрел так одним глазом. Супер, супер. Уже успел тренироваться, то есть как вообще там на поле, как это взаимодействие, вот почувствовали или еще, типа, рангер это сыграл? Ну, сегодня был первый день, но о сыгранности можно спокойно говорить. Не то, что ее нет, а мы давно друг друга знаем, как бы ребята, они те же, поэтому я думаю, пару тренировок, вкатимся, все будет нормально. Ну, я знаю, что на Евро поедут команды, которые будут мальчиком на дебюте, поэтому Франция, Исландия, Дания, то есть все эти хорошие соперники. Это хорошо, и мне надо будет показать свой максимум. Я могу сказать, что команда будет во всех играх играть только на победу. Про Францию что не знаешь, типа про там, кто играет в защите, потому что сейчас в основном спрашивают, никто не говорит, ну, там понятно, что, конечно, ребята там уже на высоком уровне играют, но окей, без проблем, там можно говорить какие угодно фамилии, там тот же Мбаппе, он подходит по возрасту, понятно, что он не поедет на чемпионат Европы, но без проблем, как бы, футбол не играет фамилии, футбол играет команды, поэтому пусть приезжают, кто угодно, все равно ни один человек не решит на поле, многое решит команда. Давайте. Наше поздравление, ребята. Давай.